Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Я очень рада видеть вас в нашей волшебной мастерской. Сейчас я хочу загадать вам загадку. Маленькая, полосатенькая, по полю летает и мед собирает. Я уверена, что вы отгадали. Это, конечно же, пчела. И сегодня я хочу вам предложить изготовить вот такую замечательную пчелку. Для этого нам понадобится лист синего картона, два белых продолговатых овала, два желтых прямоугольника, трава, одна полосочка, цветочки я подготовила заранее, глазки и солнышко. В первую очередь мы наносим клей на нашу травку. Хорошо наносим, намазываем и приклеиваем в нижней части нашего картона. Теперь мы берем солнышко, также наносим клей и приклеиваем высоко-высоко в небо. Теперь мы берем с вами два овала, наносим их на них клей. И приклеиваем в центре нашего картона по диагонали. Так, первый. Теперь второй. Это будут крылья нашей пчелки. Теперь второй. Теперь берем желтый прямоугольник. Наносим на него клей. И приклеиваем в центре наших крылышек. Это будет брюшко. Теперь нам необходимо сделать голову нашей пчелки. Для этого мы на край нашего прямоугольника наносим клей и сворачиваем. Таким образом у нас получилась вот такая вот трубочка. Хорошо пальчиком прижимаем. Берем клей и наносим верхнюю часть. Приклеиваем, прижимаем пальчиками. Теперь нам необходимо приклеить глазки. Глазки я также изготовила заранее. Так, второй глазик. С помощью фломастера можно нарисовать ротик. Теперь берем черную полосочку, отмеряем по длине, по ширине нашего туловища и делаем три полосочки. Раз, два, и три. Теперь на каждую полосочку наносим клей. И приклеиваем к нашей пчелке. Так. Еще одну. Ведь пчелка полосатенькая. Можно не обязательно ровненько, можно по диагонали приклеить. Как вам хочется. Теперь у нашей пчелки не хватает рожек. Для этого мы с вами оставшуюся черную полосочку сгибаем пополам. Разрезаем. С помощью фломастера или карандаша закручиваем. Закручиваем. Получились вот такие забавные рожки. И приклеиваем чуть выше головы. Так, теперь все то же самое со второй полосочкой. Наносим клей с обратной стороны. Приклеиваем. Так, рожки готовы. У нас остались цветочки. Поэтому на цветочки наносим клей. И приклеиваем на травку. Именно с этих цветочков наша пчелка и будет собирать мед. Так, и последний цветочек.
Вот такая замечательная работа у нас с вами получилась. Я уверена, ребята, у вас тоже все обязательно получится. Всего вам доброго. До новых встреч.